Живе Беларусь! Вы вдумайтесь, что происходит. Даже путинский режим, который уничтожил Бориса Немцова, теперь питает Алексея Навального и других людей, требует от Беларуси, от Лукашенко, требует освободить журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси. Вот вы вдумайтесь в это, до чего доходит режим Лукашенко, что даже путинский кровавый кремлевский режим играет роль того, что якобы он просит освободить журналиста «Комсомольской правды». Вы вдумайтесь в это. Это просто превращается в какое-то безумие и беспредел, мягко сказать. Вот такие вот дела, ребята.